Казань – уютный город. Это можно услышать едва ли не от каждого, кого заносила сюда судьба. Пусть не обижаются на меня жители других городов, но это и вправду третья столица. Не Москва и не Питер, конечно, но в этом как раз и состоит ее прелесть. Вы когда-нибудь видели Казань с высоты в 20 этажей, находясь над историческим центром города? Это великолепно. Я покажу вам. Мы на вертолетной площадке отеля, расположенного между двумя пешеходными улицами – Баумана и Петербургской. Кстати, попасть сюда может каждый, просто об этом мало кто знает даже в Казани. Удовольствие довольно недорогое, всего 150 рублей. Экскурсии будут доступны до тех пор, пока не выпадет снег. Город отсюда как на ладони. Там театр кукол Акият, одно из самых красивых творений казанских строителей. Баскет-холл, дом казанского Уникса. Это был самый большой баскетбольный зал в Европе. Озеро Кабан. За ним матушка Волга. Этот стройный ансамбль исторических белых зданий – Казанский федеральный университет. Кстати, старейший в России после МГУ. Там центральный стадион, Кремль. Я бы продолжил в том же духе. Но мой редактор говорит, что 13 минут с высоты в 20 этажей – это не круто. Ох уж эти редакторы. Город небольшой, но как много он вмещает. Спортивных, культурно-массовых мероприятий этот мегаполис живет своей жизнью, никому не завидуя и подавая пример. Он не законодатель мод, но чувство вкуса здесь есть. Он не смог в полной мере сохранить исторический центр, да, и это правда. Но он стал современным, привлек инвестиции, повысил уровень жизни, дал возможности. С туристической точки зрения Казань – один из самых интересных городов. Что можно считать визитной карточкой столицы Татарстана? Это, конечно, спортивные клубы. Акбарс, Рубин, Уникс. Казань во многих видах спорта была столицей России. Белокаменный Кремль, мечеть Кул-Шариф, Казанский аквапарк. Часто его первым вспоминают жители других городов. Казань – о да, я был в вашем аквапарке. Также нужно побывать на пешеходных улицах, в кафе и ресторанах, их больше с каждым годом, в ночных клубах. Объехать все за день или даже за два невозможно. Для этой цели вполне удобно будет взять на прокат машину. Забыл вас предупредить. В Казани сейчас на машине не так уж и комфортно передвигаться. Это следствие активно развернувшегося строительства. Дороги, развязки, инфраструктуру, различные спортивные объекты. Все это возводится прямо сейчас. Везде строительные леса. И каждый раз перекрывают какую-нибудь ключевую городскую улицу. Универсиада совсем скоро, потерпеть осталось совсем немного. В конце концов, казанцы многим ей обязаны уже сейчас. Сейчас Казань просто усыпана спортивными объектами. Студенты со всего мира съедутся сюда следующим летом. Однако многие глобальные проекты еще не завершены. Казань вынуждена форсировать подготовку. Это дворец водных видов спорта. Сразу за ним стадион, где пройдет открытие и закрытие универсиады. Это станет новым домом казанского футбольного клуба «Рубин». Но это не должно портить впечатление тех, кто приехал сюда отдохнуть. В Казани есть метро. Оно очень молодое, современное, возможно, самое комфортное в стране. Снимать метро, конечно же, нельзя. Все думают, что мы фотографы-любители. Вот, это мой жетон, проезд на метро. Он стоит всего 15 рублей. Одна линия, 7 станций. Очень удобно. За 20 минут можно проехать из одного конца города в другой. Но если есть в Казани по-настоящему туристические места, то, пожалуй, это Кремль. Рядом с ним один из самых главных и любимых памятников казанцев.
Муса Джалиль – особая фигура как для татарской, так и для советской культуры. Его стихи трогали за души миллионы людей. Не переставал писать, даже находясь в плену у фашистской Германии и до самой смерти. Вел борьбу как на бумаге, так и с оружием в руках. Его слова отозвались в вечности. Татарский и русский поэт, народная гордость. Окажетесь в Казани, обязательно отдайте дань уважения этому человеку, который жил и творил на татарской земле. Ну вот мы и проголодались. Очень вовремя. Давайте познакомимся с татарской кухней. Чак-чак, треугольники. Специально для болельщиков, приехавших из других городов, мы расскажем, где это лучше сделать. Сюда, кстати, ходят многие спортсмены, игроки Рубина, Акбарса. Вот эта стена все скажет за меня. Евгений Медведев, Данис Зарипов, Курбан Бердыев. Похоже, здесь хорошо кормят. Первое ощущение – растерянность. Хочется попробовать все и сразу, но давайте разделим. Это сладости, знаменитые восточные сладости. Очень вкусно, но я люблю то, что с мясом. Приехав в Казань, обязательно нужно попробовать треугольники, но это понятно и очевидно. Я бы порекомендовал костыбы. По сути, это картошка в тесте и конина. Это манты – традиционное восточное блюдо, но манты по-казански отличают еще один ингредиент. Помимо рубленого мяса и лука, и тонко раскатанного теста, сюда добавляется еще и картошка. Очень вкусно. Татарский чай. Сюда добавляют молоко, сливочное масло и соль. Понимаю, для кого-то это может прозвучать странно, но стоит попробовать. Это мой вариант идеального обеда по-татарски. Приезжайте и составьте свой. Но помните, важно правильно выбрать место. Кладезь мысли. Казанский федеральный университет. Основан в 1804 году. А это его самый знаменитый студент Владимир Ильич Ленин. Проучился всего несколько месяцев, после чего был изгнан за несоответствующие политические взгляды и участие в студенческом движении. А вообще, это то место, где всегда можно встретить много красивых девушек. Это так называемая сковородка. Вообще, Казань очень студенческий город, и это здорово. Это придает ему жизни, он цветет, не боится экспериментов, и это город талантливых людей. Казанских деятелей культуры, спорта, музыки и политики знают в России и во всем мире. Нередко они покидают свой город, но остаются ему верны. Дизайнер и художник Элина Аль-Мухаметова. Казань стала ее точкой отсчета. Она рисует, придумывает образы, становится автором рекламных кампаний, причем по всему миру. И, конечно, она успешный дизайнер одежды. Я обожаю Казань. Я там выросла, и этот город меня безумно вдохновляет. Сам город, и его архитектура, люди, которые там живут, история Татарстана, татарский язык, его культура. И я надеюсь, что когда-нибудь я смогу сделать большой-большой интересный проект, который будет полезен и интересен в первую очередь жителям Казани. Заниматься только тем, что тебе нравится, могут позволить себе немногие, но это самый верный путь в познании себя и окружающего мира. К нему Элина шла долгое время, и сейчас она вместе с мужем живет на Бали, где все по ее правилам, но где Казань остается для нее особенным городом. В
Казани проходит бесчисленное количество различных мероприятий. Многие из них современные и даже дерзкие. К примеру, этим летом здесь состоялся международный фестиваль граффити. В качестве холстов для своих творческих идей художники избрали стены зданий и другие городские объекты. Приглашение приехать в Казань получили мастера уличных искусств со всей Европы. Проект «Небывалый случай» поддержала мэрия города. Казань захлестнула эта волна стрит-арта. Однако уже по окончании проекта свое веское слово сказала прокуратура. Оказалось, что стрит-арт противоречит законодательству. Было постановлено очистить город от рисунков. Сделано это, однако, на радость горожан так и не было. Ведь на самом деле на городских улицах не так много вещей, способных раскрасить серость будней. А мне нравится эта идея, и за нее я готов аплодировать мэрии Казани. Здесь не может быть цензуры, иначе это уже совсем другой жанр. И если уж убирать, то я предпочитаю, чтобы Казань выглядела вот так, чем вот так. Из которого никто не хочет уезжать. Почему? Наверное, каждый находит что-то для себя. Клубы, рестораны, рок-н-ролл, спорт, пляж или природа. Да, есть временные неудобства, но их стоит потерпеть. Отбросив обстоятельства, рискуя потерять, но лишь в мелочах, стоит сказать, что Казань один из самых гармоничных городов страны. Это жемчужина Поволжья. И я не совру, если скажу, что он ждет вас в гости.